Здравствуйте, дорогие зрители! На канале, где ежедневно мы рассказываем самые интересные новости из мира звезд и знаменитостей, не забывайте подписываться, ведь новые сюжеты появляются каждый день. К огромному сожалению, сегодняшний выпуск мы вынуждены посвятить очень печальному событию. Вновь российский мир эстрады, кинематографа и сцены потрясла тяжелая, печальная, трагическая весть. К огромному сожалению, вновь вынуждены прощаться с яркой актрисой. Несмотря на то, что в последнее время мы уже получили так много печальных вестей, сегодня поклонники буквально ахнули, узнав, что ушла легендарная театральная актриса. Мы прощаемся с Татьяной Боченковой. Буквально через несколько дней ей должны были дать звание заслуженной артистки России за большой вклад в искусство. Неудивительно, ведь в сцене и театру она посвятила около 30 лет своей жизни. Однако, к сожалению, получить награду артистка не успела. Сегодня пришла эта крайне печальная, трагическая новость. Поклонники и коллеги считают ее одной из самых талантливых актрис, которые могли на сцене воплотить в буквальном смысле любой образ. И вот такая потеря. Мы приносим самые искренние соболезнования. Каждый день на этом канале говорим обо всем, что происходит в мире кино и искусства. Не забывайте подписываться и берегите себя.